Всем салют и добро пожаловать в наш новый Бравл Толк концепт. Из большого количества лайков под БТК с временами года мы делаем новый сезон Бравл, сейчас и Супер Сити. Погнали! Мы приветствуем вас в новом сезоне Часы Супер Сити, и наш новый боец это Миль. Она отвечает за месяца, недели и дни в Супер Сити. Она, как несложно догадаться, хроматический персонаж этого сезона. Ее атака – календарь на большое расстояние. Он рикошетит от врагов, как атака Джесси. Но главная хитрость этого бойца – урон. Враг может получить его как сразу, так и через рандомное время, максимум в 4,5 секунды. Урон сразу нанесет 1050 урона, но с каждыми 0,5 секунд будет добавляться 7% от начального урона. Таким образом, через 4,5 секунды после нанесения атаки будет 1711 единиц урона. Своим супером она на 11 секунд удаляет абсолютно все свои индикаторы, кроме самой модели бойца, и наносит игрокам по всей карте 20 урона в секунду. У нее 4400 жизней на первом уровне силы. Время скинов. Это время на Джеки за первый уровень Brawl Pass от Брейна. За 70-й Орлиная Миль. Скин силовой лиги путешественница во времени Макс. Скин баш от лиги часовщик 40 лет. Остальные скины часовой Тик, часовщик Вольт от Слендера, робот будущего Колет и часовая Джесси. Также в честь дня рождения канала Ежик Шоу 3 апреля весь апрель в магазине будет подарком скин Апрель Гавс, который сделан дошиком. Наконец мы добавили новые ранги. Это 36, 37, 38 и 39 эбонитовые ранги и 40 янтарный ранг. Таблицу кубков, за которые дают эти ранги, на вашем экране. Теперь вы сможете покупать бойцов на Патикславе за старпоинты, а еще покупать все скины из набора скинов одним разом по большой скидке. Наборы скинов со скинами силовой лиги и Бравл Пасса не будут поддерживаться этой функцией. Теперь расскажу о новом режиме. Это событие, в которое очень похоже на столкновение. Только если там кто-то умрет, тут же сможет зайти новый игрок, когда эта игра еще не закончена. У этой игры не будет конца или яда с боков карты. Но в чем же суть этого режима, если места тут ничего не решают? А в том, что нужно просто оставаться живым на карте как можно дольше. За каждые 12 секунд жизни дают один кубок. И да, это игра с неограниченным количеством кубков. Потерять здесь кубки нереально, но для улучшения геймплея игры в том, что в этом режиме всегда будет появляться робот, метеориты или лечебные грибы. Пора рассказать о первом мифическом бравлере в БТК от Ёжика Шоу. Это Итта. Она закрывает трио Эша. Итта – это мусорная принцесса, ведь каждому принцу-рыцарю нужна принцесса. У нее весьма вспыльчивый характер, также он истерический, впрочем, как и у Эша. Она всегда скрывает свою личность под коробкой. Она атакует на близкое расстояние размером четверть круга, нанося 1400 урона. Что самое крутое, это то, что она может отбивать чужие атаки своей атакой. Если она это сделает, она не получит урон, а бойцу, чья атака была отбита, вернется 50% от его собственного. Своим супером она приходит в ярость и кидает во всех, кого она видит, мусор. Каждый новый удар супера на 10% сильнее прошлого. Начальный урон супера 1000 единиц. У Итты 3100 жизней на первом уровне силы. И еще немного нововведений. Теперь вы сможете повышать кубки подбора в парном и одиночном столкновении. Чем больше вы подняли подбор от обычного, тем больше вам дадут кубков за положительные места. В одной игре должно быть минимум 5 игроков на оригинальных кубках.
Еще при выпадении эпических, мифических и легендарных бойцов вы сможете выбирать из двух вариантов, кто это будет. Также будет две кнопки для эффекта рандома. И продолжая тематику дня рождения канала Ёжик Шоу, вы сможете бесплатно надевать на любых бравлеров без скинов праздничные колпаки. На этом мой Бравл Толк концепт подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас и всем пока! Также в честь дня рождения канала Ёжик Шоу 3 апреля весь апрель в магазине будет подарком скин Апрель Гавс, который сделан Дошиком. Ёжику лень делать скины, и он нанял кучу рабов скиноделов? Да не. И продолжая тематику дня рождения канала Ёжик Шоу, вы сможете бесплатно надевать на любых бравлеров без скинов праздничные колпаки. Да уж, самое полезное нововведение. 3 апреля весь апрель в магазине будет подарком скин Апрель Гавс, который сделан Дошиком. Временем экономика Бравла после того, как у всех есть Гавс. Хо-хо-хо! Ну... No.